В ближайшее время мэр Бишкека может покинуть свой пост. Информация об этом стала активно обсуждаться после вотума недоверия премьер-министру. В интернете заговорили даже о том, что якобы Албек Ибраимов уже написал заявление. Однако информация эта пока официально не подтверждена. Люди, близкие к мэру, говорят, что он и сам не исключает своего ухода. В Джугурку-Кинеше уверены, претензий к столичному главе предостаточно. За последнее время бишкекский муниципалитет не успевает отбиваться от нападок общественности. Я думаю, мэра отправят в отставку в течение месяца. К нему много претензий по строительству дорог, по передаче в аренду земель, по вырубке деревьев. Есть претензии по финансовым вопросам. Например, по налогам на Ошском рынке. Реальное количество работающих там людей гораздо выше, чем по документам. Но последнее слово, конечно, за местным кинешем. Именно они решают, увольнять мэра или нет. По слухам, вопрос отставки мэра уже начал обсуждаться в кулуарах городского кинеша. Пока не ясно, кто выступит инициатором этого ухода. Депутаты говорят, что понимают, что увольнение мэра неизбежно. Вопрос в том, что станет главным основанием. Вероятнее всего, этот вопрос будет поднят городским кинешем в мае. А то, что отставка, на сегодняшний день пока не обсуждался. Но на 15-й сессии мы говорили, чтобы он отчитался перед депутатами за 17-й год и за 16-й год и за 17-й год. Но вот мы, на майской сессии мы будем просить, чтобы он отчитался. И по итогам отчета мы рассмотрим этот вопрос. Ну вот видите, вот им недоверие, это уже сегодня мы видели, премьер-министру сделали, это уже плохо. А когда человек осознанно сам уходит, это уже как-то народ его будет понимать, да, что он, да, действительно, за содеяние он ушел и написал заявление. Эксперты не исключают, что местный кинеш все же решится на выражение вотума недоверия. Тянуть с этим вопросом, скорее всего, не позволят и горожане. Однако одной только отставкой градоначальника ситуацию в городе не изменить. Поэтому политологи предлагают отойти от принципа назначения мэра. А поэтому я считаю, что мы все равно должны вернуться, да, к той теме, которая еще поднималась же прошлым Жагурку-Кинешем в 2011 году, когда группа депутатов подготовила законопроект о выборах мэра. Тогда этот законопроект был благополучно, скажем так, отклонен. И причем там тоже вот там тот же Текебаев, они все были против этого. Да? Ну, не хотели партии тогда терять контроль над городом. Но мне кажется, что вот этот, надо не просто говорить сегодня, что вот о том, что уйдет нынешний мэр. Да придет точно такой же, который тоже будет работать в интересах тех же строительных компаний. Должен оставиться вопрос о выборах мэра, о прямых выборах мэра горожанами. Вопрос о том, кто может прийти на смену Албеку Ибраимову, в политических кругах пока активно не обсуждался. Вероятнее всего, партийные лидеры начнут вести переговоры уже после того, как вопрос отставки градоначальника будет включен в повестку дня столичного кинеша. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.